Советский мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Я бы на канале Ведьмак, я зовут Дима, я продолжаю проходить игру Metal Vitae 3 Redux. Мне почитывалось мать игры под названием Кузнецкий мост. Всем приятного просмотра. Ваша самая главная задача в данной серии — найти кузнеца по имени Андрей Мастер. Андрюху. Друга Хана. Этим мы и займемся. Страшновать, как конечно, тут, но все же время и прикольно. Так, паутинку тут не поджечь. Ладненько. Так. Ну вот, думаю, на вход на станцию Кузнецкий мост. На станцию Кузнецкий мост. Стой, кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваривай. Это свободная станция. Спасибо, ребята, что не грохнули меня. Знаете, что мне не нравится? Кто Артём не говорит. Мастер только на заставках. А так, как молчит, как бутерброд засунули тряпку. Так, ну вообще просто, это мне не нравится. А все остальное в игре очень как нравится. Думаю, многим это не понравилось, что Артём молчит. Но ты поосторожнее. Станция у нас, конечно, свободна, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял, спасибо тебе, Зурсбан, помог мне. Буду держаться поскромнее, если получится. Так, интересно, как же нас Андрюха найдет, а? Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Повсюду, конечно, шпионы красных, это хреново, надо быть на чеку и быть осторожным. Это мамбак хватит и убьют, повесят, подумают, что я шпион. И капец не будет. Так, ладненько, мой ботинник играл в игрушку, ему понравилась она. Поэтому он мне заранее, уже собрал заметки, а? Вот эти заметочки, а? Так сказать, с Кузнецкой, а? Вот. Я их специально всех покажу вам, а? Но читать не буду, потому что я... Здесь много читать, я, во-первых, я не очень так классно читаю. Но со временем научусь. Я заметка, вот вторая заметочка. Тут много чего интересненького. Андрей Мастер, классный мужик. Лицом к стене! Обыск! Да хватит, отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Но! Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Осторожнее, тупица! Он так попал в проса, как капец, вот не прям так прет, а? Туда! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день
За меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Спасибо, Андрюха, за спасение и спасибо за то, что поможешь мне выпустить со станции живым. И самое главное, мне придется платить кровью. Это хорошая идея. Ага. Да, ну тут уютненько, прикольненько, Андрей, чего? И книжечка. Дмитрий Глуховский. Да, это прикольно. Автор. Так, патрончика тут у нас не найдем. Ладненько. Так, ну, мужичок, как обычно, везде, блин, даже какое время не было бы, все равно пьют. Ладненько, патрончики ему не пригодятся, но нам они очень пригодятся. Так, Андрюху мы нашли, так сказать, он нас нашел. Блин, а это эпично случилось, конечно. Если бы не он, нас бы крохнули бы. Блин, это реально круто. Андрюх, идем. Прикольненько, уютненько у них. Опа, и еще патрончики. Я зашибись. А, тут же... Ну, опа, на Ленина похож или нет. Показалось, на каком же поток по-другому. А что с поверхностью? Эти нет, показалось. Эти гады пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А их пятая колонна тем временем разлагает наш народ. Готовит вторжение. Очень хорошо. Всех новоприбывших на станцию мы тогда будем направлять в обезьянники отсиживаться. Ваши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. О, блин, у меня идея, даже сказать. Правильная идея, блин. Молодец, мужик. Так, вот у нас и рыночек, оружие, так сказать, можно будет купить прицельчик, патрончики. Кастики, мне сейчас прицел нужен. Я тебе куплю себе на калаш. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Понял, Андрюх, сейчас быстро катавались и пойдем. Так, для начала сначала я подам себе патрончик, ты мне не нужны, а потом прикуплю себе прицел на калаш. Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Да, совсем меняю. У меня такой 2 вида доступны в моем режиме, поэтому и патроны мне не нужны. Ну и где твои патроны? Я вот свои выложил. У тебя такого калибра-то нет? Ну вот, максимально подал, только можно было прикупить парочку патрончиков на пистолет и на калаш, а то мне их вообще только в предыдущей миссии я все просрал, блин, а? Отличная сделка. Патроны. Идеальная сделка. Так, ладненько, тебе сейчас мы прикупим себе... Полетай, разбирай. Плесельчик, тут хороший у него выбор, правда, у меня денег нет, увы. Так, быстренько сейчас затюним калаш, прикупим себе прицельчик какой-нибудь. Так, оптика, коллиматорный прицел. Не, коллиматорный мне не нужен. А, ИКБ, ПНВ, вот это мне да. Это мне пригодится прицельчик. Это дорогой, слишком у меня патронов не хватит. А вот этот прицел самое то. Прикольный, добытый, в общем, прикольненький прицельчик, а. Так, теперь еще осталось прикупить себе глушитель, я тут хотела. И вот, оставшиеся уже, так сказать, патрончики профессионала. И купим себе патрончики. Скупо, конечно, звучит, но ладно. Обмен валюты, лучший курс. Так, ну прикупим парочку патрончиков на калаш. Я думаю, так. И оставшиеся уже патроны на пистолет, только хватит. Хотя бы так, потому что мне реально нужен был прицел на калаше. Я хотел себе купить, а вот увижу, у всех калаше есть прицел, у меня нет. И глушитель, чтобы можно было тихря косить. Все, Андрей, я готов. Погнали. Все нормально, мужики, он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Окей, прыгаю. Еще патрончики, зашибись. Пойдем, конечно, не первый класс, но это лучше, чем быть пушечным мясом. Погодите с ветерком. Че, Андрюха, готов? А,
все понял. Лех, еще раз тебе большое спасибо, и твоим друзьям тоже. Если бы не вы, такие как Лида, такие как я, просто бы тупо умирали бы, они бы просто убивали бы и думали бы, что они шпионы. Артём, видишь там багажное отделение? Собирайся туда. Окей. Ну так что, мужики, двинули, а? Там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Отлично, сынок. Прихожу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай, мой друг. Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд без письменного разрешения. А вот и пушечное мясо. Дорогие ребята, наша серия подходит к концу своему логическому. Я так уже думаю. Ну, я сам еще не прощаюсь. Конечно, поедем в первом классе. Но в первом классе, но лучше, чем, как говорится, быть как они, тупо погибнуть. Зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я? Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, ребятка, у меня тут в патронтаже ребятки. Черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты, Мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки, всем удачи, всем пока. Человек остался пока. Человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. С этого момента мы продолжим наше дальнейшее прохождение. Еще раз всем покедово, всем хорошего настроения. Не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал.